Еще не будучи адвокатом, по делам, перемещавшись через границу территории Украины и Польши, несколько раз на самой границе были предложения перевести женщин с детьми за немаленькие на то время деньги. Перевести украинок, перевести молдаван. Те люди, которые предлагали, сами не хотели приезжать. Наверное, с этих причин, что они находятся в международном розыске.